Здравствуйте! Сегодня я приготовлю закусочные пирожки на праздничный стол. Не забудьте подписаться на канал и включить уведомления. Приятного просмотра! Просеянную муку соединить с солью и разрыхлителем. Ссылку на другие рецепты пирожков оставлю под видео. Добавить сливочное масло любой температуры. Растереть в мелкую крошку. В центре сделать воронку и вылить сметану или греческий йогурт. Добавить яйцо. Размешать яйцо в сметане, а затем замесить мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Накрыть миску пленкой и отправить в холодильник на срок от 1 до 24 часов. Тесто разделить на 4 части. Одну отложить, остальные накрыть пленкой и хранить в холодильнике. Спирали. Из первой части скатать жгут и разделить его на 8 частей. Каждую округлить. Раскатать лепешку диаметром 13-15 см. В центре сделать параллельные надрезы через 1 см, не доходя до краев 1,5-2 см. На надрезанную часть по диагонали к полосам выложить фарш, у меня яйца с сыром и зеленью. Сформовать продолговатую заготовку, далее свернуть ее по спирали. Выложить на бумагу для выпечки. Смазать взболтанным яйцом. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 20-25 минут до золотистого цвета. Остудить на решетке. Такая формовка подходит для фарша, содержащего некоторое количество влаги. Треугольники. Вторую часть разделить на 6 кусочков. Округлить. Раскатать лепешку диаметром 18-19 сантиметров. Разрезать пополам. На центральную часть выложить фарш в виде треугольника. Прикрыть крайней частью. Прижать. Оставшийся край надрезать в центре и уложить сверху. Подвернуть открытый край и уголки под заготовку. Смазать яйцом и по желанию посыпать семенами кунжута. Выпекать аналогично первому способу. Такая формовка подходит для любых не очень влажных начинок. Я использовала фарш из отварного мяса и лука. Пропорции и способ найдете в описании. Колечки. Третью часть разделить на 6 частей. Округлить.
раскатать лепешку диаметром 19-20 см. Ссылки на рецепты дрожжевого и постного теста для подобных пирожков оставлю в описании. Разделить на две равные части. Выложить фарш в виде продолговатого бугорка параллельно разрезу. Начиная с заокругленной части, свернуть рулетик. Соединить концы, формируя кольцо. Смазать яйцом и место стыка посыпать кунжутом. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке на среднем уровне без конвекции 20-25 минут. Такая формовка подойдет для невлажных начинок. Перечень возможных вариантов оставлю под видео. Плетенки. Из четвертой части сделать 8 кусочков. Округлить. Каждую раскатать в овал примерным размером 20 на 10 сантиметров. Половину заготовки надрезать от центра на 4 части. Выложить начинку на целую часть. Прикрыть ее, переплетая надрезанные части. По краям сформировать жгут. Смазать яйцом и посыпать кунжутом. Выпекать аналогично предыдущим формам. Этот способ подходит для более влажных начинок. Пирожки можно приготовить любого размера и другой формы. Делитесь этим видео с друзьями, готовьте с удовольствием. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита!»